Как здорово, так много всего. Яркие альбомы, фломастеры, гуашь. 1 сентября Таня Бочкарева придет в класс, что называется, во всеоружии. Благодаря акции «Соберем первоклашку в школу» девочка получила в подарок портфель со всеми необходимыми для учебы принадлежностями. Я очень рада, что я пойду учиться и буду рада этим подаркам. Вопрос, как собрать детей в школу, встает у Бочкарёвых каждый учебный год. Первоклассница Таня самая младшая. Старшие пойдут в 3-й и 5-й класс. Подготовка к 1 сентября обходится сегодня в копеечку. И для семьи со скромным достатком такая помощь просто неоценима, говорит Любовь Бочкарёва. Для нас это было большим сюрпризом. И, конечно, большая благодарность главе администрации Роману Гребенникову и всем учителям, всем волонтерам, которые участвовали. Большое спасибо. Акция «Соберем первоклашку в школу», инициатором которой выступила администрация Волгограда, проводилась уже 2-й год подряд. В течение месяца волонтеры, учителя, рядовые горожане всем миром собирали для ребят из многодетных и малообеспеченных семей необходимые канцтовары. Мы действительно поставили перед собой задачу объединить усилия наших инициативных общественников, родительские усилия и сделать так, чтобы каждый ребенок, вне зависимости от каких-то внешних обстоятельств, состояния семьи или чего-либо еще, получил возможность иметь весь необходимый инструментарий к школе и ранец, и все, что к нему необходимо. На праздничном приеме накануне 1 сентября Роман Гребенников вручил подарки 20 многодетным семьям. А всего в результате акции к новому учебному году школьные принадлежности получили почти 2000 юных волгоградцев. Мария Иванченко, Андрей Стомин, телекомпания «Ахтуба».